Нижний Новгород, Семенов, Арзамас, Первомайск, Вача, Выкса, Бор. Лыжники со всего региона в выходные съехались в Саров, чтобы принять участие в областном первенстве. По итогам соревнований лучших из них отбирали для участия в первенстве России в Сыктывкаре. Сегодня у нас дистанции классическим стилем. Это девушки бегут у нас 2007, 2008, 2009, 2010 года рождения. Дистанции 3 километра. И мальчики, соответственно, этих возрастов, они бегут дистанцию 5 километров. Завтра у нас состоятся гонки свободным стилем. Достойную конкуренцию областным спортсменам составили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Практически на каждой дистанции во всех возрастных группах у саровчан есть призовые места. Двое наших спортсменов, Дарья Зюзяева и Александр Зарубин, отобрались на первенство России. А вот Карине Меенковой буквально пару секунд не хватило до третьего места. Бежали классическим стилем 3 километра. Почему-то сегодня гонка не пошла, было прям тяжело. Есть очень сильные девочки, все подтягиваются, то есть ты растешь, другие растут. Лыжными гонками Карина занимается 5 лет. Год назад девушка перешла к заслуженному тренеру России Николаю Седову. Летом спортсменке удалось достичь первого крупного успеха на соревнованиях по лыжероллерам. И останавливаться на достигнутом она не собирается. Мне какое-то удовольствие от этого. Там день не удастся, плохо пойдет. Я встану на лыжи, у меня как сама вот эта вся злость, негатив у меня остается на трассе. То есть после тренировки я получаю какое-то удовольствие от этого. В выходные на лыжной базе пройдет массовая всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», в которой примут участие все желающие, от дошкольников до ветеранов спорта. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.